Всем привет! В этом видео, как я и обещал, я вам покажу одно уникальное и очень эффективное упражнение, при помощи которого вы сможете избавиться от синдрома локтя теннисиста. Если перевести на русский язык, то звучит именно так. Теннис-арм-синдром. От чего, во-первых, от чего возникает такой синдром? В локтевом суставе с наружной стороны начинают болеть мышцы, начинают болеть связки, переходя в воспалительный процесс, который обычным способом остановить нельзя. Происходит это в результате монотонной, постоянной работы одиночных, одинаковых движений. Допустим, если вы работаете где-то на компьютере, сидите, печатаете или еще что-то, и вы постоянно должны двигать рукой мышку взад-вперед, взад-вперед, со временем у вас начинают действительно уставать определенные группы сухожилий, которые отвечают за движение вашего локтевого сустава. Вместо того, чтобы весь локоть двигался, у вас отдыхают частично одни группы мышц, другие работают. И за счет того, что они постоянно находятся в работе, они начинают уставать, как и человек. Не устает только железная машина. В общем, врачи рекомендуют использовать или холодный компресс, или теплый компресс для успокоения боли в суставе. Лечение долгое, если запущенный хронический синдром, то это лечение долгое и порой очень болезненное. Но также есть врачи, которые утверждают, что можно провести операцию, в результате которой в 90% из 100 эта операция бывает действительно эффективной, и у человека пропадает такой вот хронический синдром локтя теннисиста. Хотя к самим теннисистам это не имеет никакого отношения, потому что теннисисты, играющие в большой теннис, намного меньше подвержены возникновению такого заболевания у них, чем простые люди. Так вот, разные физиотерапевты предлагают свои программы упражнений, которые способствуют снижению боли, улучшению работоспособности локтевого сустава. Но есть одно упражнение, о котором ни один физиотерапевт почему-то не упоминает. Это упражнение мы проходили когда-то в институтах физкультуры. Мы, прежде чем начинать заниматься определенными спортивными программами, получали полное описание всех этих упражнений, для чего они разработаны, на что, на какие группы мышц они действуют и как нужно выполнять эти упражнения. Поэтому сегодня я вам покажу одно единственное упражнение с гантелькой, которое поможет избавиться вам от синдрома руки, вернее локтя теннисиста. Значит, если у вас начальная стадия этого синдрома, то, выполняя это упражнение, вы избавитесь от этого синдрома буквально в короткие сроки, скажем так, месяца 2, максимум 3. Если же у вас хронический синдром локтя теннисиста, нужно набраться терпения, но выполнять это упражнение постоянно. Как каждое утро вы чистите зубы, как вы пьете чай или кофе, возьмите это в привычку и делайте это упражнение ежедневно. Перед тем, как начать упражнение, нужно разогреть сустав. Как разогреваем сустав с хроническим синдромом локтя теннисиста? Мы берем теплый компресс и прикладываем его на 10-15 минут к суставу и держим. После этого убираем компресс, берем в руки гантельку. Вот так вот берем гантельку. Заводим ее за спину. Вот так, и делаем вот такие вот подъемы рукой. Но делать нужно так, чтобы ваша рука не касалась спины, то есть чтобы не елозила по спине. Расстояние между спиной и рукой. Выполнять это упражнение необходимо как минимум 3-4 минуты. Поначалу будет действительно очень тяжело, больно, неприятно.
и эти несколько минут вам покажутся вечностью. Но когда вы заметите, что все-таки от этого упражнения у вас есть эффект, и рука начинает становиться, вернее, рука начинает болеть меньше и создавать меньше дискомфорта во время работы или различных движений, вы поймете, что именно это упражнение как раз и рассчитано на восстановление сухожилий в локтевом суставе, в частности, сухожилий наружной части локтевого сустава. Давайте мы еще раз посмотрим на это упражнение, как его делать. Берем гантелю в руку, заводим руку за спину, вот так, и начинаем делать вот такие вот поступательные движения. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Не быстро, размеренно, умеренно. Минимум 3-4 минуты в день на каждую руку, на больную руку и на здоровую руку. Здоровая рука стимулирует больную к работе. Точно так же, если больная рука восстанавливается, то нужно подтягивать на этот же уровень и здоровую руку. Вот такое вот очень легкое, очень эффективное упражнение для того, чтобы вы, если страдаете синдромом, хроническим синдромом локтя теннисиста, смогли избавиться от этого заболевания. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. И всем удачи, не болейте, пока.